Всем привет, дорогие друзья! Да, всем добрый день! С вами канал Краски Же. Мы находимся в Провансе. Мы приехали на лавандовые поля, но этот Прованс находится не во Франции, а находится где? У нас. У нас. В Крыму. В Крыму. Крымский Прованс. Сейчас самое время цветения этого прекрасного цветка лаванда. Мы очень любим лаванду, стоит потрясающий аромат. Мы сейчас он еще легенький, пока он не совсем прям совсем-совсем. То есть еще где-то надо недельку, чтобы она открылась, и пошли эти эфирные запахи, эфирные масла. Вот, сейчас так, все на уровне. Шикарные поля. Сейчас пройдемся, прогуляемся, посмотрим, как цветет лаванда. Посмотрим ярмарку, которая здесь есть, что продают. И я надеюсь, что этот влог вам понравится. И начало наших роликов крымских мы начинаем именно с этой потрясающей локации. Вход здесь не бесплатный. Вход здесь 300 рублей на человека стоит. Вот. И да, мы заплатили. И теперь надо отработать эти деньги. С человеком, да. Просто. Теперь на 300 рублей, на 600 рублей на двоих мы будем показывать вам это потрясающее место. Находится оно в селе Тургеневка за Бахчисараем, недалеко от Бахчисарая. Локацию мы оставим, как сможем. Кто захочет, пожалуйста, приезжайте, наслаждайтесь. Но это очень короткое время, в июне только. Несколько, вот 1-2 недели она цветет, потом ее собирают. Использую для нужд парфюмерии, для ароматичных масел и так далее. В косметике она используется, потому что здесь очень много открыто разных предприятий по изготовлению натуральной косметики на основании лаванды. И на таких полях это выращивают как раз. Давайте пойдем посмотрим. Насколько хватает глаз, простираются эти потрясающие сиреневые поля. Цветет лаванда. То есть, если вы видите убегающие за горизонт поля, это тоже лаванда. Это хозяйство было засеяно буквально преобразовано недавно. А да, оно такое было? Нет, оно такое просто не было. Просто чуть-чуть, может быть, удобрили землю, чуть-чуть убрали сорняки. Оно практически вот такие же вот гряды. Это же лаванда. Она, да. Это же как сорняк прет по-сумасшедшему. Я лично просто брал вот кустик. Из кустика на старом, на северной стороне. Брали кустики, которые уже там старенькие, все, отщипывали веточки, просто высаживали в землю. Она принимается очень легко и просто. То есть вырастает, потом разрастается такую шапку, только успевает. Тем более ее же стригут, а получается, когда подстригаешь, она набирает только плотности и больше куст разрастается. То есть как бы тема такая, долгоиграющая. Я думаю, у ребят будет все хорошо, по 300 рублей с человека, прям молодцы. Среди поля расставлены такие объекты для фото, то есть как бы лавочки беленькие, лодочки, сердечко вон стоит для портретной фотографии. Вот яркие акценты, что дает незабываемые фото, которые просто будут вам напоминать о этом лучшем времени, солнце, запах и такие яркие сочные краски. Что говорить? Все и так. Можно сидеть, медитировать, вдыхая ароматы. Спать будем просто шикарно. То есть это то, что вызывает, как скажем, релакс. За таким прекрасным столиком можно посидеть на этом лавандовом поле. Даже здесь можно попить чай, какой-нибудь прохладительный напиток, который здесь продается на ярмарке. Сидеть и наслаждаться потрясающим цветом сиреневым, нежно-сиреневым цветом, переливающимся на солнце лаванды, вдыхать этот потрясающий аромат. Кстати, лаванда – отличное средство для хорошего сна. То есть, вдыхая аромат лаванды, можно хорошо спать ночью. И вам будут сняться прекрасные сны. Кстати, здесь люди приезжают, очень много людей. Здесь снимают видео, фото, так же, как и мы. Вот, поэтому мы здесь не одни на этом поле. И очень много людей снимают для себя незабываемые кадры. Поэтому приезжайте сюда, кто будет в Крыму в середине июня. Буквально, я уже говорила, 1-2 недели это цветение.
лаванды в самом-самом разгаре, потом она будет увядать, уже не будет такой красоты. Вот. Поэтому приезжайте, наслаждайтесь. У нас не хуже, чем в Провансе, а то, я бы сказала, и лучше. Налей, налей в бокалы вина. Можно взять дополнительный тур на джипе и здесь объехать все поля. На какая джипе? На большая джипе, да, 1700 стоит весь джип, вот, полчасовая прогулка. Еще, как говорится, в Турции экстра, то есть экстра услуги. Здесь также такая ярмарка стилизованная, продают всякие, все, что связано с лавандой, вино, можжевеловые поделки. Можно, куда без можжевельника, выпить, да? Да, можно выпить прохладительные напитки, мыло всякое. Здесь целый магазин есть. Там продают лаванду. Мы сейчас пойдем с вами посмотрим его. И все, да, еще мохито. Да. Вот, видите, делают лимонады, можно попить. Лимонад со льдом, 200 рублей. Можно, да, снять? На настоящую траву, на настоящую тархуни, мяту, супер, базилик. 200 рублей со льдом, тархун, мята, базилик. Квас авторский тоже есть. Угу. Холодный. А вы не торгуете на... Боже, что это? На ярмарке. Она сейчас работает с Соколином или там же, где была? Нет, потом ее переносили. Она была там в связи с, да, плохим состоянием поля. А сейчас нормально. Можно ехать по субботам, вчера, да? Было. Все, мы в субботу туда приедем, следующую. Потому что мы тогда не могли снять, было холодно как-то. Куца, сейчас приедем, будем снимать. Спасибо большое, спасибо. 105 и 5. Так, у нас еще запланирована ярмарка фермеров с Соколином. Мы снимем ее нормально. Не то, что мы зимой снимали, она была очень ограниченная, скажем так. Лимонад 50 рублей. Холодный мохито, холодный квас, чербет. Попробуем холодный мохито и лимонад. Только он, наверное, очень ледяной, поэтому надо быть очень осторожным. Давайте еще один. Есть магазин. Здесь, кстати, можно купить лаванду с этого поля. Давайте зайдем, посмотрим. С 8 до 21. Здравствуйте. Можно снять? Да, ой, какой аромат потрясающий. Так, что здесь есть? Соль. Мыло, ароматические масла, это, скорее всего, какие-то гидролаты, точно. Шоперы есть. Ой, и сама лаванда продается. Красота. Шопер 650 рублей стоит. Такой. Есть футболка 950 рублей с крымскими видами. Крымская роза. Здесь тоже роза выращивает, лаванду. Вот такие потрясающие букеты. Настоящая лаванда пахнет умопомрачительно.
вкусный лимонадик? Да. Хорошо прохладительный напиток, да? В таком месте. Да. Нормально, просто оно здесь все коммерциализировано. Все схвачено. За все заплачено. Ну, как бы да. Есть еще одно место, здесь маленькая ферма Лавандовская. Там производят тоже косметику. В Красомаке она находится. Сейчас, если что, может быть, проедем туда, покажем вам красиво. Там очень красиво. Да. Поиграть мой любимый гитарист Дидюля. Ребята, я его обожаю. Сейчас и прямо посреди лавандового поля будет стоять инсценированная сцена вокруг лавочки. Он будет играть свои шедевры. Ребята, кто не слышал Дидюля, я просто рекомендую вам. Просто послушайте, как он играет на гитаре. Это нечто. Так, все, мы с вами посмотрели. Здесь черешня продается. Почем интересно черешня? Почем? Килограмм. Черешенька. 300 рублей. 300 за килограмм, да? Угу. Ну, масло. Берем черешню, берем персик. Персик по 200, черешня так крупная. Так вот там в такую самую красивую выберите. Да, пожалуйста. Да. Все, схвачено. Здесь это рынок. Персик. Типа местный вот уже? Чесарайский, да? Местный. Ага. Он местный, вот там вот под горами. Ага. Все понятно, спасибо. Еще одно место красивое возле села Красный Мак. Не знаю, как называется. Может, чуть-чуть от машины отойдем? Да, пойдем, отойдем от машины, покажем вам просто красивую локацию. Кстати, здесь есть ресторанчик крымско-татарской кухни, скорее всего. Мы здесь не были, не знаем, как он по вкусу. Машин много. Да, машин много. Сейчас покажу. Вот рядом здесь Мангуб-Кале, и позади нас осталось село Красный Мак. Это только что видели аварию сумасшедшую, вот так вот носились, а потом стоят или лежат. Ой, а чё это я? Вот, видите, яркий пример. Не надо носиться. Ведь на чужих ошибках люди не учатся. Горная дорога, закрытые повороты, блин. Да. Херачат, блин. Местная, блин. Называется Кьяра Лес. Ну, тут они уже развернулись очень по-серьезному, я скажу. Такие красивые лужайки. Такой пруд. Так называется. Как вы видите, людей очень много. Ведь сейчас курортный сезон, очень много приезжих, поэтому люди путешествуют и на машинах по Крыму, и когда все хотят кушать, они ищут, допустим, ресторанчики на природе с красивым видом. Этот один из них, почему бы не воспользоваться такой красотой, не посидеть с таким видом на пруд. Видите, сколько людей, очень много, забито. Сейчас мы там пройдем и снимем еще вот до конца этот ресторан. Такой потрясающий вид, локация. Сливаем вам, как говорится, бесплатно все фотозоны крымские. Можете пользоваться абсолютно бесплатно нашими советами. Так, значит, вот эта вот будочка плавает. Здесь, скорее всего, были раньше лебеди. Вот куда они делись, я не знаю. Не было здесь лебедей, здесь были утки и гуси, да, по-моему. Угу. Или просто утки. А, вот. А может быть там, вот сейчас видишь, это же плавучий дом для этих, да, товарищей. Может, они там где-то попрятались? Может быть. Ну, такое красивое место, очень романтичное. Нам вот здесь очень нравится. Очень много плакучей ивы прямо, смотри, своими ветвями, Андрюх, прямо в пруд. Вот стоят. Даже вот там прямо стоят. Туда попадают, хорошо, скажем так. Смотрим локацию этого ресторана. Музыка играет, приятная такая. Там беседки, красивое поле. Такое выстриженное, нормальное. И посмотрите, сколько людей. Во-первых, тут даже банкеты. Люди сидят большими компаниями. Очень любят сюда приезжать. Праздновать какие-то мероприятия свои. Вот. Официантов много. Думаю, здесь обслуживание хорошее. Забит полностью. Ну, не полностью, но 50-40% забито. Здравствуйте. Просто глянем. Смотрим. Там детская площадка есть. Вот дети могут тут развлекаться, пока родители занимаюсь делом.
Вот смотрите, тоже такая чайхана, тут кальян можно покурить. Вижу, кальянчик стоит. Да. Будем знать, что здесь кальянчик, да. Ну, я думаю, сколько здесь... он стоит, интересно. Ну, не 700 рублей точно. Ага. Я думаю, тысячи полторы, как минимум. Они расширяются. То есть раньше здесь были. Ой, какая хорошенькая. Раньше здесь были просто вот столики, беседочки. И... А сейчас смотрите, уже полноценный ресторан. Да. Еще ну, рано прям... или поздно канал. Ой, аккуратно, ступенька. Канал запустят еще. Да, смотрите. Такая прямо ну, нормальная все, да, сцена. Прям... Вот там концерты. Домики. Кстати, я знаю, что там можно было. Концерты и выступления. Раньше снимать какой-то. Апартаменты, я знаю, что здесь снимались. И да. Вот они расширяются. Ну, с таким видом ресторанчик. Концертную площадку еще можно будет сделать. Супер. Пошли. Смотри, тоже скала нависает здесь. Ну да. Не как Бахчисарай, конечно, но все равно расширяются. Молодцы. Я думаю, этим летом этот ресторан работа. Будет... Классно сделано. Да. Иметь хорошо. Успех. Мы сюда, кстати, приедем и здесь обязательно пообедаем или поужинаем. Мергалы, шмергалы, да. Да? Приедем да. Сюда, поедим. Мне очень понравилось. Также есть банкетные. Сейчас заглянем менюшку, если что. Да, банкетные будут. Залы здесь отдельные можно заказывать, видите? Ну да. Вот люди сидят там, кто не хочет на общий, как говорится, сидят, празднуют какие-то свои мероприятия. Да. Мало ли у кого что, какие праздники, да, что да. Дети. И детям здесь есть развлечения. Ну как скажем. Бы так себе, ну нормально. Да, пошли меню посмотрим и как бы все равно придем там сюда. Мы контакт, не можем... Я понимаю, там еще какой-то контактный зоопарк или посад? Да, что-то какой-то валерчик. Что-то, да, какой-то зоопарк или какие-то там животные у них содержатся. А? Посмотрим меню. Вообще порядок цен посмотрим. А можно глянуть? А можно поснимать меню, да, для канала? Чтобы посмотреть цены для рекомендаций. А, давай вот сюда положим. Так, водные закуски. Сейчас у слюни у всех потекли. 500. 1300 вот, большая селёдочка, тарелка, селёдочка 380. Значит, ага, основные ух, тарелки. Какие тут интересные. Салатики, овощная нарезка. Шампиньоны на углях, смотри, какие прикольные. Давай быстрее. Ага. Цезарь сёмгой. Салатики пошли. 390, 460. 310 рублей. Боже, что это? Да, за 300... Что это такое? 700, 770. А, 770. 910. Так. Красиво, красиво. Капрезе. Да. Салат с курицей и ананасами. Супы, так, шмупы, пошли. Всякие 390-350. Лагманчик 390. Да, ну, короче, я сюда приеду, я хочу здесь поесть. Пельмешки, юфа, каш. Ну, нормально говори, ты же считаю, ты же сейчас влог снимаешь. Это что за? А, это с азотом, наверное. С тринозотом. Летний освежающий на кефире, сальса овощей. Это кефир. Там, а, кефир. Где стоит бокал, это помимо. Жидкий азот. Так, крем-суп, наверное, село. Грибной, да? Да. Мерджимек. По-турецки, чербасы. Да. Угу. Крем суп из шампиньонов, 400-280 куриный супчик. Ну, в общем, вы поняли, долма, да, манты, долма, плов, все, что хотите здесь есть. Да. Все, мы так, сюда шашлыки, приедем. Шашлыки я хочу посмотреть. А, вот мангальчик. Угу. 200 граммов, 500 рублей получается. Да? Тут да. Надо бронировать или можно приехать сесть спокойно всегда, да? Будний день как? Не сесть, а в выходные лучше бронировать. Хорошо. Все, спасибо. Для компании из 8 человек 7500, вот такая вот огромнейшая доска. Угу. Вот. Для компании 4 человек за 5 рублей угу. Вот такое с курицей, со всеми грибами, то есть мясо немерено, чебуреки, микс, кстати, нормальные цены, одна штука 200 да. Рублей, 170, янтык. Янтык это типа безлимонный. Да, дальше детские сладости, всякая такая, чак-чак, лимонады, чаи, норм? Норм, кальяны, классика, так, 800, ну в этих же пределах, угу. Кстати, нормальная цена. Ясно. Фруктовая ладно, чаша, здесь. Яблоко 500. Да, да, простите, пожалуйста, конечно. Все, все, пошли. Пахнет мятой, кофе, чаем и... Вот, видите, подают, как красиво. Да? Видите, какая подача красивая. Вот к чему мы с вами привыкли, правда? Там, правда, вместо воды дают молоко особо. Здесь вот парварда в ангую. А, вот там парварда тоже есть. Это такое сладкое, сахар... Сахар с сахаром, то есть. Слушайте, ну мне, вот там еще, видите, тоже такие чайхана такая. Прикольно. Ну, это кто любит сидеть, как эти самые. Те, кто любит сидеть по-турецки, то есть скрестив ноги. Да, это все, короче, нормально. Ресторанчик супер. Мне, по крайней мере, меню мне понравилось, но столько людей едят. И у всех улыбки на лицах. Значит, вкусно. Эталон. Фигуры.
Сейчас находимся на одном из самых любимых локаций крымчан и севастопольцев. Это Мангуб-Кале. Это большой каньон. Гряда гор, которая тянется аж до Соколиного. Большой каньон. И это самое любимое место для отдыха, пикника местных жителей и гостей нашего города. Вы посмотрите, выходной, сколько людей жарят шашлык, отдыхают. Оборудованные места, оборудованные там для детей, батуты. Вот там конные прогулки, можно на коне, как говорится, поскакать. И вот мы незадорого наняли оператора. Задорого. Этот парень танцует. О, Тася. Вот, решили мы закончить сегодняшнюю нашу прогулку по потрясающе красивым местам здесь, у этого изумрудного горного озера на Мангуб-Кале. Да. Если хорошо присмотреться, были всякие такие интересные города, плато, то сё, мосё. Короче, можно взять катамаран. Поплавать. Походить по озеру. Не, ну как, не ходят по озеру. На катамаранах плавают точно. Вот. Здесь же есть мангальная зона. Здесь есть полностью варианты, по-моему, даже ночевки. Потому что стоят домики, которые вот, варианты, как вот раньше карпатские домики их называли, да, такие вот высокими крышами. И есть, по-моему, здесь несколько домиков наверху, в лесу, то есть на сваях. И получается, что можно бы остаться на ночь, встретить рассвет, или же просто зависнуть на пару суток в полнейшей тишине. То есть да. Было бы, наверное, очень здорово и хорошо. Да. Поэтому мы заканчиваем сегодняшний влог, но не заканчиваем наши съемки по Крыму. Они только начинаются. Самые потрясающие, удивительные места ждут вас еще впереди. Начало курортного сезона, поэтому вас ждут пляжи, вас ждут курортные города, вас ждут потрясающие открытия. Начинаем нашу ревизию по морям, по берегам и по домам отдыха. Да. Поэтому не переключайтесь, смотрите Крым, это интересно. Все, а вам всем пока, до следующих эпизодов. Пошли домой уже, все. Шкуры, шкуры. О, привет. А ты не шкура, ты без шкуры. Поехали. Жаришечка.